Ну что ж, это было последнее объяснение в любви, которое вы сейчас услышали. И, уважаемые коллеги благородных нравов, вам сейчас выносить вердикт. Пожалуйста, решайте после музыкальной паузы выступления. Вам дается 5-6 минут. Вы должны после того, как пройдет это все, мы снова с вами здесь подведем итог, кто же сегодня лучше всех объяснялся нам сегодня в любви. А погода, что я снова приглашаю на сцену Вику Долженок, «Влюбленный самолет». Как вы заметили, все у нас идет только от любви и о любви. Thank you.
Я без пленки снимаю. Мыла раму. Мама мыла Машу. Не понял, блин. Маша мыла раму. Мама мыла Машу. А что, блин, загад, что ли? А где папа, блин? Маша мыла раму. Мама, и какой же идиот это все написал? Буква! Интересно, и в каком же звании этот буквар, блин? Маша мыла раму. Господин прапорщик, можете обратиться? У тебя что, Сидоров, нет языка, чтобы у дверь постучать, а? Никак нет, есть. Покажи. Вот им как положено и доложай. А что доложай? Что хочешь, то и доложай, блин. Господин прапорщик, рядовой Сидоров, по вашему приказанию прибыл, решите идти. Иди. Есть. Стоять. Кругом. И два шага медленно бегом. А чего тебе Сидоров вызывал? Для чего? Чтобы зайти к вам. А вчера чего тебя вызывал? Вчера, господин прапорщик, я был вами вызван для того, чтобы получить команду зайти сегодня. Что ты на меня смотришь, Сидоров? Да я на тебя руки наложу, что ты стоишь передо мной, как младший по званию идиота? Сидоров, что ты на меня вытаращил свое лицо? Смотри, блин, я думать буду. Что с вами, господин прапорщик? А это я, чтобы мысли лучше в голову стекали. Да, надо посмотреть записную книгу прапорщика. Какое сегодня число, придурок? Как какое? Что вы не знаете, что ли? Воскресенье. Ха, правильно, блин, смотри, а? Воскресенье 22-е, чётное, блин, да, гумно, а? Ну и почерк у этого идиота. А, это я писал. Провести Б в БП? Сидоров, здесь никто не проходил. Куда? Ну куда? В расположение, блин. Никак нет. Ты, Сидоров, на вопросы задаешь. Провести беседу по поводу самовольной отлучки рядового Сидорова 22 апреля сего года в августе месяце. Ну, сволочь, рассказывай, где ты был 22 апреля сего года в августе месяце. Здрасте, самоволки. Какой самоволки, блин? Служебный, блин. Ну и какой же чебуратор тебя туда посылал? А вы, господин прапорщик, и посылали. Ну-ну, Сидоров. Чего ну-ну? Вы же сами меня посылали обменять полковое знамя на бартер. Какой бартер? 2,5 литра для похмел. Так вот чего я тебя вызывал. Да и где бартер, блин? Ну чего вы ко мне пристали? Нету, блин, нету. Чего? Чего? Блядь! Встать! Блядь! Встать! Ну ладно, встать! И этого бойца боится вся Америка, ё-моё! Где бартер, блин? Ну, докладываю. Я успешно обменял полковое знамя. Иду себе обратно. Тут патруль. Стой! Руки вверх! Ну, я руки поднял. А ну, отсюда как? Бубав! Ну и понятно, потекло. Разбилось? Как потекло? А что, вымокать нельзя было? А, пришли и вымокали. И кто вымакивал? Они, шинели начальника патруля.
шинелка была? А моя шинелька была у меня во рту, чтобы я не издавал привлекающих внимание звуков. Ё-моё! Мы строим армию нового типа, а этот боец не нашел чем издать звук, ё-моё! А если вдруг война? А у нас танки без опохмелки, командиры без головок. Что отстоишь, предо мной лыбишься, как дико растущий страус? Банды женского рода, а где бандер, блин? Нету, блин. Нету? Черт! За измену идеалам армии нового типа, за халатность, проявленную в борьбе с неприятельским патрулем, я тебя, Сидору, лишаю А. Бобильного телефона, З. Порнухи по воскресеньям. А после А идет обычно Б, а не З. Если ты такой умник, то Б я тебя тоже лишаю. Налево, шагу марш! У нас соревновались на итоговом конкурсе название «Учитель года». Спасибо большое всем тем, кто сегодня приложил столько усилий, чтобы организовать наш заключительный праздник, к которому мы шли целый год. А учителя сегодня выступающие шли десятками лет. Валентина Савельевна имеет стаж под 40 лет. Зинаида Петровна 30 лет педагогический стаж. Людмила Ивановна Кулешова 30 почти лет. Людмила Александровна Князева скоро 20. Леонид Петрович имеет педагогический стаж более 20 лет. Инициатором проведения этого конкурса является завшколы Людмила Александровна Евтухова. Благодаря усилием ее на протяжении года эта работа в школе велась. Сегодня я хочу сказать, что мы видели только 5 учителей из 43 коллектива. А сегодня, я не ошибусь, на этой сцене могли стоять все учителя нашего коллектива. Те мероприятия, которые мы видели в ходе месячника, говорят мне, дают право говорить о том. Много было сделано при проведении всех месячников, и нам, комиссии школьной, было очень трудно определить учителей по каждому циклу. Но тем не менее, мы это с большим трудом сделали. И сегодня я хочу сказать большое спасибо всему нашему коллективу. Коллектив у нас очень сплоченный, очень добросовестный в отношении работы. Большая заслуга в этом именно всех членов коллектива. И долго совещаясь по сегодняшнему мероприятию, шоу-конкурсной программе, мы пришли к мнению следующему. Учителем года нашей школы объявить Валентину Савельевну Коноплич. Валентина Савельевна, пожалуйста, на сцену. Это учительница, которая подготовила себе замену. Несколько ее выпускников закончили пединститут, именно факультет химико-биологический избрали. Поэтому Валентина Савельевна Коноплич. Мне приятно вручить приз первой Валентине Савельевне. Ученику право подождать
остальные участники. Людмила Ивановна Кулешова, Людмила Александровна Князева, Леонид Петрович Залушкин. Приглашаем вас на сцену. Строго к музыке нужно идти веселее, Людмила Александровна. А где Леонид Петрович? Спасибо. Аплодисменты вам. Живите долго. До встречи в наших следующих программах, которые будут проходить. Всего вам доброго. Успехов. Учителя, останьтесь, пожалуйста, в зале. Стой.
такая зубастая. Хозяйку с нами. Да. Не, ну мы в усадьбах. Торжественно, торжественно.